Мы сегодня проводим национальный инклюзивный фестиваль спорта «Жолтузай». Я хотел бы поблагодарить всех организаторов этого фестиваля Министерства спорта, компанию BI Group. Ну и также я являюсь исполняющим обязанностям президента Национального паралимпийского комитета. Я думаю, что данный фестиваль пройдет на самом высоком уровне. Вы видите, сегодня приехали все наши спортсмены, особенные дети. Мы их называем сильные духом люди. Поэтому я уверен, что данный фестиваль пройдет на самом высоком уровне, будут спортивные достижения. Но мы, как Национальный паралимпийский комитет, конечно, будем отслеживать будущих спортсменов, которые уже перейдут так называемый спорт высших достижений и будут гордо нести знамя Казахстана на международной арене. Сегодня я пришла на открытие национальных инклюзивных игр «Жолтузай», куда приехало больше 400 детей со всех регионов Казахстана, детей с особыми потребностями, победителями региональных игр. Я хочу сказать, что, наверное, лет 20 и 30 назад, когда я еще тоже ребенком с инвалидностью выступала на различных соревнованиях, столько людей, болеющих, организующих, поддерживающих такие игры не было, конечно. Было человек 20-30, это были наши родители, спортсмены, тренеры, которые нас поддерживали. Но уже тогда было понятно, что спорт в жизни людей с инвалидностью играет особую роль. Это не просто спорт в обычном понимании этого слова. Спорт позволяет увидеть цель, поставить ее, достигать ее. Это очень важно, потому что эти дети, которых мы видели сегодня на этих играх, завтра будут делать первые шаги в инклюзивном Казахстане. Кто-то пойдет в инклюзивную школу, войдет в первый раз в инклюзивный класс. Спорт позволяет быть сильным, смелым, настойчивым, падать, подниматься заново, преодолевать себя. И я думаю, что такие соревнования, они очень важны, потому что мы действительно строим общество, в котором есть место каждому, вне зависимости от того, какой он, какие у него есть возможности или невозможности. Мы строим инклюзивный Казахстан. Я хочу пожелать сегодняшним соревнованиям, сегодня и завтра, чтобы дети запомнили их навсегда, чтобы они остались в их памяти как одна новая ступень в их жизни. Дворец Единоборств построен нами с большой любовью. Очень много труда вложили наши ребята, наша команда. И мы очень-очень рады, что проводится очень много мероприятий интересных. И вот сегодня особенный день для особенных детей, которые приехали со всего Казахстана сюда. И вы видите, что вот проходит такое замечательное мероприятие. Самое главное, мотивируем детей вот вместе с командой дворца на еще больше и больше достижения. И это самое-самое главное.